23 октября 2013 года. Казань. Презентация книги Льва Аврутского «Беседы с Ментимером Шаймиевым». Его характеризует ответственность, да? Поразительная. И гражданские позиции. С января по май 2012 года известный казанский публицист, историк и политический обозреватель Лев Аврутский раз в неделю встречался и беседовал с Ментимером Шаймиевым. Результатом этих бесед стала книга, которую представили общественности. Автор он. Это его книга. Я совеситель. Лев Аврутский до последнего никому не говорил, что серьезно болен. Это оставалось тайной не только для его собеседника, первого президента Татарстана, но и для его семьи. Лев Мирович ушел из жизни 1 октября 2012 года на 66-м году. Поняв, что уже не успевает завершить работу над книгой «Беседы с Ментимером Шаймиевым», он поручил сделать это своей дочери, Яне Аврутской.